Вопросы национального равноправия привели к пикету. Сегодня татарский общественный центр напомнил о себе. На площадке у заброшенного Колизея организовали акцию в поддержку писателя Айдара Халимова. Тот, по заявлению собравшихся, находится под следствием за разжигание межнациональной розни. Пенсионеры уверены, что действия правоохранителей – очередной факт нарушения прав человека. День взятый Казань в 1552 году, 15 октября. И вот он в 2014 году в Казани выступал. И проходит больше года, да, после этого случая. И вдруг, это самое, видимо, запись была где-то. И решили, что он разжигал межнациональную рознь. Что конкретно содержало выступление Айдара Халимова, никто из участников пикета дословно не вспомнил, но при этом уверяет, что никаких националистических противоправных призывов эта речь не содержала, а потому требует прекратить уголовное преследование писателя. Заодно освободить лидера челнинского ТОЦ Рафиса Кашапова. Минувшей осенью он был осужден на 3 года и сейчас отбывает наказание в колонии общего режима. Сегодняшний пикет активистов был согласован, а потому проходил под присмотром полиции и представителей властей.